Сегодня планирую посетить проездом Коломойцевский карьер, буквально вскользь. Заехать по ходу в заброшенный парк и добраться до мемориального комплекса «Могила Баба». Общий маршрут займет приблизительно 45-47 километров. Поехали! Забраться на тот курган, попробовать оттуда снять общую панораму города. Она там будет просматриваться, наверное, километров на 20 в радиусе. Тяжеловато входить в Белоуглю по такой пересеченной местности, но фотография, как всегда, требует жертв. Не только материальных, но и физических, моральных. Плюс она дает вам возможность остаться наедине с самим собой и природой. Для меня, наверное, это самое ценное в этом своем увлечении. Здесь я практически нигде на кнопку не нажал. Виной тому, наверное, то, что не совсем удачное время сейчас, чуть за полдень, и свет очень жесткий, поэтому картинка в любом случае получится плоская. Наверное, даже если я буду снимать сейчас макро. Понятно, что можно это все вытянуть в фэша, но лучше всего фотографировать либо утром, либо вечером, когда солнце
находится не в зените. Какое-то послание кому-то. Кто-то, наверное, пытался наладить связь с пришельцами. Ну и, наверное, отсюда и улетел. Дальше не пойдем, ничего интересного. А вот и первый из трех пунктов, которые я запланировал сегодня посетить. Гранитный, кажется, гранитный карьер. Карьер, судя по всему, вполне себе работает. Там вот видно, скорее всего, работающая КГ-5А. Ну, хоть что-то я знаю из горного техникума. Очень-очень полезные знания были. Пригодились мне в жизни. Да. Поехали дальше. Следующая остановка. Заброшенный парк. Ну, заброшенный он прежде всего государством. Люди-то туда наведываются. Ну, и оставляют свои неизменные атрибуты в виде гор мусора. Хочется, чтобы весна никогда не заканчивалась, правда? Так, сейчас время без 10:04. А нам еще нужно успеть доехать до парка и до мемориала. Курган могила баба. Самое главное не упустить момент начала съемки таймлапса, потому что одна минута видео таймлапса занимает 1-2 часа реального времени. И все это удовольствие будет содержать в себе порядка 4000 снимков, которые потом нужно будет еще пакетно обработать и склеить. Ну тогда поедемте дальше. К слову о просторах. Плавно перетекает вот в эту красоту.
поедем тебе в сам парк. У парка на самом деле размеры очень маленькие. То есть я его в поперечнике могу на велосипеде проехать, но, наверное, за 2 минуты, не больше. Ссылочки на места я дам в описании к видео. Местные смогут посетить. Здесь даже вот есть импровизированное футбольное поле. Местные ребята ловят рыбу. Вы знаете, наверное, я здесь все-таки достану фотоаппарат. По крайней мере, один кадр, я думаю, получится. В общем, из-за моего топографического кретинизма я немножко не туда из парка выехал, и теперь еду параллельно основной дороге, куда мне надо, потому что между мной и дорогой речка идет вдоль. Вместо того, чтобы ехать по асфальту, я еду по вот такой вот местности. Но вот там вот, насколько я знаю, уже должен быть мост. До места назначения тем временем еще в районе 5 километров. Почти доехали. За этой осадочкой на следующем поле и находится наша цель.
Вы знаете, чем еще примечательно это место? Где еще вы увидите асфальтовую дорогу прямо посреди поля? Еще и с березами. Я нигде больше не видел. Когда я здесь был в прошлый раз, здесь было так довольно-таки запущено. Видимо, к 9 мая стали активно готовиться, поэтому здесь посрезали лишние ветки, сухие не очень, и привели в порядок лестницу. Пойдемте покажу, как выглядит это место сверху. Здесь поставили новые подпорочки, потому что это все недавно могло завалиться. Новенькая побелка. В общем, здесь 9 мая ждут гостей. А тем временем пора бы уже готовиться к съемке таймлапса. Нужно сейчас найти наиболее выгодную позицию, установить штатив, подключить дополнительные аккумуляторы к камере и уже начинать снимать. Итак, только что я начал таймлапс снимать. Расскажу, как я это делаю, на каких настройках. Ну, методом тыка я понял, что с камерой Xiaomi, экшен камерой, нужно задавать интервал съемки не чаще, чем один кадр в 2 секунды. Почему? Потому что с наступлением сумерек увеличивается время экспозиции, и тем самым, если задавать интервал в один кадр в секунду, доходит до того, что камере нужно делать уже следующий снимок, а она еще не закончила время выдержки предыдущего. Поэтому сейчас я выставил временной промежуток в 1 кадр 2 секунды. Несложно будет посчитать, что при 30 FPS сколько это получится по времени. В принципе, я сейчас загадывать не буду, потому что я не знаю, сколько времени я здесь пробуду. Вот. И посмотрим, что получится.
Все, остается только ждать. Часа два, я думаю, я здесь пробуду. Тем временем холодало. Ну и того у меня получилось 1,5 часа таймлапс отснятых. Я надеюсь, этого хватит хотя бы там на минуту более-менее качественного материала. Боролся с камерой, видимо, она от перегрева почему-то начинает отключаться, поэтому последние кадры мне уже давались, ну, с боем. Вот такой вот у меня был день. Все, всем пока. Поехали домой.